Что-то на озере. Поехали. Так, посадка вешенки обыкновенной. Вешенка, вешенка устричная или вешенка серая, или вешенка обыкновенная, штамма М5. Садим в стандартные полиэтиленовые пакеты. Размер 40×80. Вес блока получается в таком случае 9,5 кг в среднем. 10, иногда 9, в среднем получается 9,5. На один блок даем 5% от веса субстрата. То есть на 10 кг мы даем приблизительно 400 грамм, 4%. Дорабатываем вот эти. Да, 4%. Да, я несу много этих. 4% мицелия. Сейчас Кирилл еще на молдавском, расскажи. Это лучше Афанасий, он лучше на молдавском. Да? Прокомментируй для молдаван. Это я буду комментировать, когда буду уже все знать. Не, ну вот то, что я сказал, как-то там будет. Скотчем сверху лепим? Зачем? Это... А, Кирилл, это халтура. Это почему? Вообще халтура. Почему? Во-первых, тут вот такая какая-то халява внизу вообще. Это плохо. Потом вот что-то кривой такой получился. Потом вот получился карман вот здесь такой воздушный. Не досмотрел. Это плохо. Это вообще, вот видишь, вот карманчики такие. Потом сверху почему не затянул? Вот видишь, надо было вот так. Кренцать, поляки говорят кренцать, крутить. Закручивать до конца. И вот видишь, где, если взял, затянул, смотри, где затяжку поставил. Исправляем. Это заламываем и сейчас перезатянем. Вон, если строить не видно. Ну, сейчас сомневаюсь. Оп. Еще раз. И получилось, надо было еще допаковывать. Вот только место можно было еще сделать. Вес там будет 7800. То есть не доложено просто 2 килограмма. Алкурщик. Есть. И тут такие вот места видят. Сейчас тут здесь вот что-то такое. Какой-то дефект. Ну, его просто даже разбираться не буду. Вообще за вот это все там красное, зеленое и черное там в принципе это можно не делать. Лучше сделать вот. Главное, чтобы не зеленый. Если не остальное, чтобы кроме зеленого. Да, остальное это вот. Вот какой мицелий внутри. Такой запах. Запах. Вот это... Гриба. Да, гриба. Натуральный. О. Натуральный такой вот, чисто-чисто такой вот грибной, гриб да. Такой настоящий, да? И смотрите, он такой нежный-нежный. Вот вверху, сверху он такой какой-то уже так состаренный, а внутри он такой вот... Просто нежно-нежно белый. Я очень люблю на ячмени. На ячмени с пшеницей делать лучше всего. Потому что вот саму пшеницу угадать вот эту влажность, у нее, ну, это нужно так большим профессионалом быть. Но если дать ячмень, она держит всегда вот, выравнивает вот эту влажность только сколько нужно. Добавили буфера, и она сделает, усредняет. Поэтому. Шероховатая поверхность, она там задерживает. Я вот люблю вот. Если делаешь саму пшеницу, то так всегда оно, вот эти пятна какие-то появляются, но с ячменем он всегда вот идеально белый такой получается, то, обрастает, ну, такой совет. Ну и рапс, естественно, добавить, я говорю, чтобы вот сколько зернышек получается, вот, да, вот здесь. Там, например, 100 штук самого зерна и получается 100 штук еще меленьких вот этих рапсовых таких вот зернышек.